Первый день весны по-своему встретили студенты колледжа сферы обслуживания. К приходу долгожданного времени года молодые кондитеры испекли тематические торты. Все они получились не только красочными, но и очень вкусными. Секреты кулинаров попыталась узнать Жансулу Тастемирова. Запах ванили и какао. Пройти мимо кухни ресторана «Эмират» невозможно. Там собрались представители самой сладкой в мире профессии. Ко дню благодарности колледж сферы обслуживания решил провести конкурс среди студентов-кондитеров. Дома они уже сделали часть заготовок. Сейчас ребята на завершающем этапе приготовления. Они декорируют свои торты. Мне разрешили поучаствовать в этом интересном и важном процессе. Главное – действовать аккуратно, ведь от того, как будет выглядеть изделие, зависит половина успеха. Ну все, этот торт готов к оценке жюри. Такой кулинарный шедевр – фантазия Анастасии Ткач. Именно так девушка представляет приход долгожданного времени года. По условиям конкурса весенней тематики придерживались и другие участники. Торт называется «Весенняя капель». Он представлен в виде замечательного зайки и подснежников, которые появляются первыми после долгой зимы. Основа торта моя сделана из бисквита и заварного крема белкового. Фигурки сделаны из мастики, которая очень вкусная, даже полезная. Чтобы вкусно приготовить, недостаточно одного рецепта. Но как истинные повара, ребята не стали делиться своими секретами. Одна из тех, кто научил их кулинарным хитростям, Галина Чупина. 35 лет она колдует на кухне. Торт для каждого по заданию разный, состоящих из разных ингредиентов и полуфабрикатов. Уровень ребят разнообразный, делают каждый по своим способностям. Ну и, конечно, теоретическое обучение, оно помогает практическому. И вот 6 весенних сладких подарков готовы. Торты получились отличные. И я думаю, что колледж сферы обслуживания готовит хороших специалистов. И я думаю, что они еще порадуют жителей нашего города своими шедеврами. По всем критериям лучшим жюри признало торт «Сказка». Испек его Владимир Шевелев. Кстати, все сладости достались главным гостям праздника – воспитанникам дома-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жансулу Тастемирова, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.